Приветствую вас, любимые гости, братья и сестры. Отвечаем на часто задаваемый вопрос, как прийти первый раз на исповедь. Конечно же, нужно самое главное помнить, что вы пришли к Господу просить прощения о своих грехах, своих жизненных, серьезных проступках, а может быть даже и небольших. И бояться не нужно. Священник, он, естественно, не разгласит исповедь, потому что он дал обет, клятву о несгрешении исповеди. Если, не дай Боже, он это сделает, ну, как минимум, его отправят за штат, а может даже лишат сана. Ну, никто этого не хочет, естественно. Я уже молчу за что? За то, что это огромный грех. Поэтому идете смело ко Господу, который вас ждет, любит. Вспомните притчу о блудном сыне. Приходите на исповедь, подходите к аналою, вот как за спиной моей, и говорите: «Каюсь, милосердный Господи», и в конкретных грехах просите прощения у Бога. Священник только свидетель вашего покаяния. Если переживаете, что можете забыть, чего-то не вспомнить, сядьте вечером, выпишите свои грехи, и потом по этой бумажечке, как шпаргалочки, прочитайте. Со временем, когда вы наберетесь опыта, вам уже и бумажечка нужна будет. Самое главное, помните, Господь любит вас и может простить любой грех. Главное, чтобы это было не просто перечисление, а именно покаяние греха. Храни вас, милосердный Господь. Аминь.